Казпочта, пошел дождь. Осталось полчаса до закрытия этого филиала главного у нас. Здесь даже, по-моему, машина стоит прокуратуры. Утром, по-моему, стояла машина полиции. Очередь. Всем нужно обслужиться. По-моему, пускают по 5 человек. Сейчас постараемся узнать подробности. Так, по-моему, всех решили запустить, потому что пошел дождь. Ну, я думаю, это вполне разумно. Поставили сиденье. Да, сейчас будет, наверное, столпотворение внутри. Здесь пахнет прям таким спиртом, что ли, прям чувствуется, что здесь здание продезинфицировали. И вот сегодня качели у нас в Казпочте в Талдыге. Зачем так Я не могу.